сейчас необходимо организовать работы по недопущению распространения огня на жилые дома. Первая, самая основная задача – это сохранить людей. Идет оповещение людей, чтобы они не выходили, чтобы находились в укрытиях, естественных, которых они находятся сейчас в укрытиях, в домах, не выходят из дому. Поэтому идет вопросы по оповещению людей и объяснению причин, потому что немногие понимали, что происходит вообще. Ну, а дальнейшие действия там, дальнейшее, на самом объекте? Дальнейшее действие – это ликвидация очагов возгорания непосредственно на складе и потом разминирование местности. Есть вот вода? А там кто-то был на нем. Давайте мы, чтобы не решать, сейчас быстро только что заправлялась машина, реально. 3-5. А машины пущены гоняли. 9 тонн загрузили. Ты понимаешь? Пожежа ще повністю не локалізована, ще в самій будівлі, де знаходяться боєприпаси, ще є пожежа. Чутно навіть із інтервалом 8 хвилин такі глухі от вибухи. Військовою прокуратурою хочу зауважити, що от наразі порушено кримінальне провадження за статтею «Навмисний підпал». Десь вже на під'їзді комісія з Міністерства оборони і Генерального штабу, яку очолює один з заступників міністра оборони. Я думаю, що по їх приїзду вже будуть з'ясовуватися всі обставини, як це трапилося.